исчезаю. Благодарю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мне очень лестно присутствовать сегодня на прекрасном юбилее прекрасной Ольги. Я редко попадаю в столь малые формы. Как вы знаете, у нас в Букингемском дворце немного больше места, но когда я спросила, что значит гнездо, гнездо – то доброе место, где родители растят своих детей. Судя по сегодняшнему вечеру, дети здесь есть, и родители есть, и есть преемственность поколений. А я, как хранитель традиций, очень это чту. Ольга, что бы хотела сказать в юбилей? Ну, во-первых, я была слегка озадачена. Почему, может быть, это русская традиция конкретизировать? Я думаю, такой прекрасной леди можно обойти дату стороной. Пусть это будет, хотя, знаете, не русская. Дело в том, что английские академики в этом году, Британская академия отличилась. В Букингемский дворец пришла номинация «Старушка года». Ну, как вы знаете, я имею глубокие убеждения, что человек имеет тот возраст, в котором он счастлив, и на котором он ощущает себя здоровым, счастливым и деятельным. Поэтому я попросила секретаря написать, что Его Величество, к сожалению, не чувствует себя соответствующей премии «Старушка года». Берите пример, дорогая. Вам можно присудить премию «Искрящиеся глаза года». «Ради сына в день рождения». Самая светлая женщина в мире, женщина, дарящая радость. Вот ваши номинации. А старушку года мы оставим кому-нибудь другому. Что хочется сказать в первую очередь. Сейчас, когда в мире очень неспокойно, мир болен, пожелать вам, Оленька, всей вашей семье, всему миру здоровья, а миру мира. Во-вторых, я, как, опять же, хранитель традиции, знаю толк в женщинах. Мой сын, мои внуки приводили невесток. Если бы кто-нибудь из них привел такую девушку, я бы сразу ее одобрила. Но вы владеете прекрасной профессией, Оля, и я от всей души желаю вам роли, в которой благородство вашей души, ваш свет, ваша красота могли бы засиять в полную силу. Еще, Оленька, я вам желаю любви. Как пела известная группа The Beatles. All you need is love. All you need is love. Извините, просто полюбив их в глубокой юности, я чту верность этой группе и иногда позволяю себе некоторые вольности вне этикета. Но любви я вам желаю от всего сердца. Дорогая Ольга, наверное, в завершение я бы хотела подарить вам из Королевской ювелирной мастерской некий предмет, который пусть будет талисманом в ваших будущих ролях. И сопроводить это стихами англоязычного автора Роберта Фроста. Я примеряю месяц к небесам, над крышею и серебристым вязом, как вы, наверное, к темным волосам заколку примеряли бы с алмазом. Я примеряю месяц молодой, когда один, то вместе со звездой. Как славно ясный месяц примерять, бродить, глядеть и тешиться игрою. Закалывать над рощей, вновь снимать и приносить к ночной воде с собою и в пруд бросать, чтоб месяц плыл
качаясь, и чудеса на свете не кончались. С чудом вашего рождения, Оленька! Будьте счастливы! На этом хочу закончить и уйти по-английски. Заслуженная артистка России, орден, какой-то там потрясающий орден недавно вручил ей Владимир Владимирович Путин.